Мне как бы неинтересно было сюда идти. Вот, я думала, лучше на учебу пойду, зачем вот сюда вот. И я когда вот сюда шла, я думала, то, что не будет интересно, ну, опять, ну, может, писать будем, там, вопросы, может, какие-то не те будут задавать. Когда я пришел сюда, вообще не хотел ничего иметь общего. Классно, здорово, мне очень понравилось. А сейчас я как бы открылся, вот, начал хорошо более общаться. Вот. Самое главное то, что я познакомилась с ребятами, как бы в нашей жизни самое главное это друзья, которые тебя поддерживают в трудный момент, и как бы друзей ни на что не заменишь. А сейчас даже уходить неохота.